центр вписанной окружности соединили с вершинами, с двумя вершинами треугольника. Получили треугольник. Естественно. Может ли он быть подобен исходному треугольнику? Взяли треугольник, точку пересечения биссектрис соединили с двумя вершинами. Может ли полученный треугольник быть подобен исходному? Центр вписанной окружности – это точка пересечения биссектрис? Да. А значит, у нас два угла будут в два раза меньше. Да. Следовательно, треугольники подобными физически быть не могут. Центр вписанной окружности – это точка пересечения трех биссектрис. То у нас два угла образовавшегося треугольника будут в два раза меньше, чем углы у исходного треугольника. А следовательно, треугольники подобные быть не могут. Два угла в два раза меньше. Ну, я могу сказать угол. Да, какие? Сейчас. Ну, π делить на 7, 2 π делить на 7 и 4 π делить на 7. Π делить на 7 это что такое? Это небольшой угол, да? 2 π делить на 7 и 4 π делить на 7. 2 π делить на 7 и здесь 4 π делить на 7. Так, во-первых, 1 плюс 2 плюс 4 это 7. Соединяем с углами при 2 π делить на 7 и 4 π делить на 7. Да. Увидели? Увидели или нет? Увидели. Какие получились углы? Вот здесь будет половинка, то есть 2 π делить на 7. Здесь будет половинка, то есть π делить на 7. Здесь то, что осталось. А именно 4 π делить на 7. Согласны? А следовательно, они подробные.